Western Union, снимаю для вас видео. Вот PrivatBank. Приходит смс-сообщение. Вот только что пришло. Ввожу код. Соответственно, подтверждение. Вот. Нажимаю подтвердить. Мой банк подтверждает. Возвращаюсь обратно на сайт. И все, на этом дохлятина. Не работает. С мобильной версии тоже так же самое пробовали. Не хочет. Карта подтверждена, это уже в аккаунте. Я могу даже стереть. Оно не хочет работать, никак не отправляет деньги. Вот мой аккаунт. Надеслать гроши, вот. Отправка. Украина. Отправляем 385 гривен. Окей. Спрашивает как. Ну, соответственно, нажимаем продолжить. Имя удерживача. Соответственно, вводим. Вот вводим. Имя Евгений. Прозвище. А, вот, видите, даже есть из существующих удерживателей. Евгений Марушкевич. Да. Подтверждаем Марушки. Марушевский. Ну, короче, вот, отправляем номер телефона, продолжить. Загружается сайт, отлично, открывается квитанция. Я даю согласие на обработку разом 395. Чубиночка, блядь. Яйцо, дай нам. Загружаем.
Нифига она не грузит. Видите, 5 минут уже ждем. Давайте обновим страницу. Что она нам покажет? Вот, предлагает выбрать карту, да, которую будем оплачивать. Выбираем, соответственно, карту. Вводим. Вот, код вводим. Соответственно. Еще раз пробуем. Ну и что там, Паша? Там вот еще раз пробую. Как говорится, надежда умирает последней. Вот. Спрашивает смс-пароль, который пришел. Соответственно. Вот пришел пароль. Ебу сейчас тебя! Возвращается обратно на сайт. Приятного аппетита. Спасибо. Ничего себе. Кто тебя так кормит? Я сама себя. Ты сама себя кормишь? Да. Конечно, засрала я твой суп, да, есть. Да нет, чего. Просто хочется чего-то, понял, сытного именно, вот жирного чего-то. Наедаешься так быстрее. Да, я тоже не вижу. Я тут на службу поддержки видео записываю, ничего. Обсуждать сейчас бы еду. Какую мы любим есть, чтобы сразу знали. Так, ладно. Вот уже 7 минут пытаемся как-то провести операцию оплаты. Ну, оно нифига не делает. Сделать так, чтобы не было видно банк корреспондента. Все, короче, я думаю, уже 8 достаточно ждать, да, как бы, чтобы понять, что оно не работает, нифига. И грузит. Поэтому вот даже можем обновить страницу. Будь здоров. После обновления страницы открывается опять приватбанковская страница, подтверждение, соответственно. И опять приходит пароль, соответственно, 67 37 51 43. Опять же окно смерти, вечные загрузки. Вот я терпеливый человек, оказывается. Какие у нас еще есть системы перевод? Может, через какую-то другую систему просто, а? Что-то я буду махаться. Ну, короче, не работает ваш Western Union. Все, 10 минут достаточно, я думаю.